такой вот у нас сегодня утюг интересный, латунный. Вот так его в руку можно брать без проблем, видите? То есть он небольшой, не маленький. Но я думаю, все равно он декоративный, потому что, я думаю, пользоваться им никто не будет. Это чисто поставить под старину, он действительно старинный. Но старинный не могу сказать точно, то ли начало века, то ли конец. Сами понимаете, если бы он был, конечно, начало, он был вообще черный. Хотя его могли отмывать, оттирать. Ну вот, какие у него плюсы, сами понимаете. Ручка, обратите внимание, какая красивая, декоративная. Потом здесь, вот, звезда тоже. Может быть, это индийский утюг, они любят тоже там такие декоративные. Страна производства, не знаю, но врать не буду. Бывает, я знаю, говорю, когда мне говорят, когда я не знаю. Ну вот, вид такой, прям как будто крейсер «Аврора», да? Тут вот маковая головка, тоже прикольно, видите? Наверное. Она вращается, вот так убирается, и хоп, открылся. Вот такой вид. Я его, конечно, помыл, немножко почистил, но не так, чтобы сильно. Видите, какой там вид. Ну, я думаю, даже кто-то, может, углем захочет топить. И вот так закрыли, хопа, все есть. Клеем никаких нету. Вот, дальше. Ну, розы какие, видите, хорошо, деталь так мелко какие прописаны. Да, роза такая прям отлично все. Видите, мелкие веточки, все тут. Ручка. Ну, и здесь сами видите, звезда и узор. Так что хороший утюжок тоже будет у нас он стоять в моей коллекции.